Севастополец, обещавший гражданам за 80 тысяч рублей обеспечить комфортные условия содержания в следственном изоляторе, отправлен под суд. Прокуратура Нахимовского района Севастополя утвердила заключение и направила в суд уголовное дело мужчины 1964 года рождения, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, злоумышленник в октябре текущего года ввел в заблуждение местного жителя о своих возможностях по улучшению условий содержания в СИЗО следственно арестованного, а также беспрепятственного получения последних посылок. Получив денежные средства в сумме 80 тысяч рублей, обратить их в свою пользу он не успел, поскольку противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу. Как сообщал ранее новостной портал «Форпост», по данным севастопольских СМИ, речь идет о члене городской общественной палаты из губернаторского списка Анатолии Лаврике, который возглавлял антикоррупционную комиссию.